Друзья, мы в Доме искусства нашего заслуженного, именитого, известного художника Мухаддина Кишева. И сегодня нам короткую экскурсию проведет арт-директор уважаемого Мухаддина Кишева и по совместительству его супруга Жаклин Даяна Мосс. Пожалуйста, заходим. Да, очень приятно, очень приятно. Проходите вам большое, со мной, что пригласили. Сейчас посмотрим, друзья. Вот наша прихожая. Здесь уже начинается картина Мухаддина. Это мы на Кулиева 13А, друзья. 12 этаж. Здесь такой вид потрясающий, а внутри еще интереснее. Искусство начинается прямо здесь. Прямо. Да. Вот это воспоминание, вот это, где он живет. Весь кто может вот сюда приходить? Люди. Да, любой человек может сюда прийти, у нас там, где мы видели маленькие рекламы, есть и телефон, номер телефона, где можно звонить. Мы вот это электронная почта. И это так по договоренности, это не всегда открытие, но мы принимаем маленькую группу любителей искусства, коллекционеры и вообще все возрасты. И детей, и взрослых, да? Да, группы. Да. Прекрасно. Ну, по маленьким. Маленькие группы, конечно, потому что на самом деле это сакральное место, я считаю, потому что здесь... Поэтому Дом искусства здесь хозяева картины Мухаддина. Они здесь и живут, и излучают свою энергию. Так что это немножко как храм. Надо сюда прийти очень такое душевное настроение, потому что это огромный подарок для республики, что можно сюда прийти. Мы долго ждали этого момента. Да, я рад, что наконец это все получилось. Да, благодаря усилиям всех и властей, и вас, и вот все вместе вот как-то хорошо все получилось. Да, посмотрите, друзья, какие краски, какие длинные, краски. Длинные, долгие наша мечта, особенно я, чтобы его картины были все собраны, чтобы желающие могли бы прийти и посмотреть, и любоваться. Я должна сказать, что почти все эти картины сделаны были в Испании. И я привезла сюда на свое плечо. Так что на самом деле это большой подарок от Испании тоже, что его картины здесь. То есть Жаклин привезла эти картины на своем плече. По чуть-чуть, представьте. Так что спасибо вам за это тоже отдельно. Видите, жена художника всегда должна быть сильная. Да. Вот это, кстати, интересный момент. Я об этом не думал, но Жаклин не только супруга, это человек, который позволяет творить художнику. Представьте, художник делает свою работу, он работает, он творит, он создает какие-то миры, он рисует картины. А всем остальным... занимается арт-директор, потому что без арт-директора в современном мире искусства невозможно. И просто такое стечение обстоятельств, вы оказались самым близким человеком и самым близким коллегой. Да, так и получилось, видно, суждено. Может быть, Бог там смотрел, я не знаю, это непонятно, не знаем, но так получилось. Художник сам по себе, особенно Мухаддин, он связан с иной миром, и он как-то всевышний. Так что кто-то должен стоять на земле, кто-то должен быть приземленный. Ну, получилось у меня такой задачей. Прекрасно, спасибо. Вот так. Интересно, здесь и скульптуры есть? Да, вот этот Аполлон, это подарили Мухаддин, он очень гордится, что подарили ему эту скульптуру Андрей Лукич, его первый преподаватель. И так что мы с гордостью его держим здесь. Здесь картина Мухаддина, это постоянно вдохновение, эта ленточка как холст, который не имеет ни начала, ни конца. Мне кажется, это вы. Да, вроде мыза. Да, действительно. Это наше большое... Девушки, стремитесь к таким ребятам, которые вас еще будут рисовать потом всю жизнь и выставлять эти картины.
Красота. Это большой зал? Да, это здесь... наш большой выставочный зал. Я очень рада, что мы имеем такое помещение. Здесь мы собираемся, здесь можем и вечеринки сделать. Здесь у нас пианино, талантливые музыканты. Так, Какой прекрасный вид отсюда. Да, да. И природа за окном, и обстановка внутри. Прекрасно сочетаются, да, да. Да, и вы знаете, наверное, знаете, Аслан, что для англичанин вид – это очень много стоит. В смысле, когда купишь квартиру или помещение, что-то, то и то же самое время купишь вид. И хороший вид, что-то будет дороже стоить. Конечно, очень люблю горы, и с нашими окно все ваши кавказские хребты видно. Прекрасно, так что я считаю, что мне повезло. Очень. Друзья, приходите на Кулиева 13А, 12 этаж. Потрясающая галерея. Каждую картину можно рассматривать долго, тщательно. Это художник мирового уровня. То есть Мухаддин Кишев признанный авторитет в области искусства, именно изобразительного искусства. Да, да. Если вы не знали о его творчестве, есть, ну, допустим, молодежь, да, кто-то, может, не знает, обязательно посмотрите, почитайте. Есть книги, целые альбомы прекрасные. О нем много пишут, вот такие галереи делают. То есть обязательно узнаете побольше. А те, кто знаком с творчеством уважаемого Мухаддина Кишева, приходите, наслаждайтесь этими картинами. Некоторые из них есть в соцсетях, но, конечно же, когда вы вживую снимаете, видите это, вы совсем энергию получаете. Да, это прикоснуться к искусству, конечно, всегда имеет значение, потому что когда на экране это одно дело, а когда ты можешь присутствовать, чувствуешь энергию. Картины Мухаддина, они отличаются особенной аурой, которая есть, особенной энергией. У нас даже бывают смотрительницы, которые, хочу сказать, зрители, которые приходят и лечиться. У нас этого было. Арт-терапия. Да. Пришли на выставки и лечились. И вот эта энергия чувствуется. Можно сюда сесть и смотреть, да? Конечно, вот так, допустим, сюда я могу сесть. Сесть и смотреть, и любоваться. Мы хотим сделать это, как по-английски, user-friendly, чтобы не все время надо стоять, можно и сидеть, очень и наслаждаться. Удобно. И книги можно. Удобные кресла, диван. Которые интересуются искусством, студенты, можно приехать посмотреть. У нас есть большая библиотека, книга Мухаддина, других художников. Прекрасно. В общем, друзья, мы еще раз благодарим уважаемую Жаклин Даяну Мосс за приглашение и за возможность показать вам эту красоту. Успеха вам, спасибо большое. Спасибо, мы вас ждем. Не стесняйтесь, если интересуется, позвоните и организуем встречу. Прекрасно.